Добравшись до Турции, нам обязательно нужно разобраться в одном моменте. Что такое кофе по-восточному? Следует сказать, что этот термин применяют сразу к нескольким кофейным культурам, и их нужно очень четко различать. В основном кофе по-восточному бывает двух видов. Первый – это приготовление кофе в арабском кофейнике Далла, который повсеместно использовался арабским населением на Ближнем Востоке. Бедуины возили этот кофейник с собой, он очень прост в использовании, и кофе в нем быстро готовится прямо на костре. Характерной чертой этого напитка было использование очень большого количества кардамона, из-за чего кофе, смешанный с кардамоном, получался не коричневого, а как бы желтого цвета. И в мире его так и стали называть – желтый кофе. Вторым способом приготовления кофе по-восточному считается турецкий кофе. Именно он стал символом кофе по-восточному в наши дни. Однако нужно заметить, что несмотря на то, что породила эту культуру Турция, она является не единственной страной, где кофе готовится таким способом. Например, знаете ли вы разницу между кофе по-турецки и кофе по-гречески? Вопрос, казалось бы, несложный, но большинство любителей кофе, которым я его задавал, затруднялись на него ответить. Давайте сразу скажу, что фактически речь идет об одном и том же напитке. Просто в этих странах он называется по-разному. Как в Турции, так и в Греции такой кофе готовится в кофеварке, которую мы называем турка, но турки называют ее джезва или джезве, а греки свою кофеварку называют ибрик или брики. Так вот, кофе в Греции до 1974 года тоже называли турецким, но потом греки стали резко уходить от названия кофе по-турецки и быстро раскручивать статус кофе по-гречески. И сегодня назвать кофе турецким в Греции, а греческим в Турции, это, ну если не оскорбить, то точно зацепить национальное чувство жителей той страны, в которой вы заказали кофе. Что же случилось в 1974 году? В 1974 году произошла оккупация части населенного греками острова Кипр турецкими войсками. Вы знаете, что сегодня он разделен на две части. Одна называется Республика Кипр, а вторая – Турецкая Республика Северного Кипра. И вот с того времени отношения между странами, в том числе их кофейные культуры, перешли в другое, ну как минимум, автономное русло. И для политкорректности международные соревнования по приготовлению кофе по-восточному сегодня называют в мире Ибрик Джезва Чемпионшип через черточку, то есть с уважением к кофейно-культурным особенностям обеих стран. Все это я веду к тому, что создание кофейного напитка – это элемент национального самоопределения, государственной самоидентификации и, в конце концов, уважения самих себя.